Здравствуйте. Документы, пожалуйста. Я вас слушаю. А? Документы, я вас слушаю. Пожалуйста. Нарушили пункт правил. Какой? Знак, видите, на светофоре. Движение прямо. Ну. А вы там разворачивались. Откуда? Что вы взяли, что я разворачивался? Я вам покажу сейчас на видеозапись. Несите. Не, вы сначала документ дайте. Давайте сначала свое удостоверение. Пожалуйста. Не, мне надо ваше удостоверение инспектора ГАИ. Что это такое? Это удостоверение спецподразделя «Радар». Что это за спецподраздел такой? Ваше урона, почитайте, это комплект из ГАИ. Какой ГАИ? Вы к ГАИ какое отношение имеете вообще? Что это за радар? Это автодружина, которая работает совместно с работниками. Где работник ГАИ? Работник ГАИ где? Я имею полное право проверить у вас документы. Меня имеет право сказать инспектор ГАИ. Вы инспектор ГАИ? Вы инспектор ГАИ? Я сотрудник автодружины «Радар». Это одно и то же. Это не одно и то же. Это есть, одно и то же. Есть инспектор ГАИ, пригласите мне удостоверение, пусть покажет. Удостоверение видели, что написано? Открывайте, будем читать. Что написано? Объектива посвящения. Но. Читайте, внимательно. Читайте, посвящение. Наделанный. Правами, Тавыльского международного закона Украины про Путина охрану громадского порядка, это державного кордону. О чем мне сейчас... Громадский порядок, это не административный... Вы порядок. Не имеете права без инспектора ГАИ вообще останавливать машину. Что? Как ваша фамилия? Столяров, моя фамилия. Столяров. Имя, отчество какое? Артем Александрович. Артем Александрович, инспектора ГАИ пригласите, пожалуйста, после этого я вам покажу документы. Вы вообще не имеете права меня останавливать, вы знаете это? У вас... Вы читали свое удостоверение? Я читал. Вы инспектор, приказ. До свидания. Вам... До свидания. Я вас еще никуда не отпускал. Вы не инспектор ГАИ, вы вообще не имеете права меня останавливать. Он на каком... Вы работаете в паре с инспектором ГАИ. В паре. Где он? ГАИ. Где сейчас он? Подойдет, вот. Где он? Откуда сейчас подойдет? Он вам подойдет. В машине сидит. Оформляйте. Давайте, несите мне видеозапись инспектора ГАИ, пригласите. Ваша? Это вообще нормальный какой-то таможенник меня останавливает. Фанна. Я выложил папку, у меня там были эти... Ручка есть у тебя? Девочка. Инспектор ГАИ, который непонятно где сидит. Блин, я выложил, я искал этот протокол. Выложил свою папку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Удостоверение будьте любезны свое предъявите. А? Я вам представился, водитель. Удостоверение по первому требованию гражданина Украины. Будьте, блин, ласковы. Удостоверение? Да. Без вопросов. Служебное? Конечно. Пожалуйста. Танканов Юрий Владимирович, да. Номер посвящения ИКИ. Вот внизу. Вверху. Видите, 028. Секундочку. 028-369. Да, до какого действия? До 2013. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Вам показывали водитель. Я вас слушаю. Причина остановки какая? Я не знаю этого человека вообще, кто он такой. Я буду разговаривать с инспектором ГАИ. Вы инспектор ГАИ, я буду с вами общаться. Причина остановки какая? Знаки висят. Я не разворачивался. Вы чем-то зафиксировали? Несите, будем смотреть. Вернулись? Нет. Прямо ехали? Да, ехал прямо. До свидания. Видишь как?